Чертик, сказочный патруль. Сея я первая, сея я вторая. Субботник. Дети, у меня для вас сегодня есть две новости. Первая новость – уроков сегодня не будет. Ура! И вторая новость – сегодня у нас с вами будет субботник. Все школы уже начинают очищать школьные дворы от загрязнения. Пришла и наша очередь. Итак, дети, становитесь, пожалуйста, парами. Метла и швабры в уголке школы. Итак, становитесь, пожалуйста, девочки, парами. Аленка, ты почему не идешь на субботник? Да, ведь субботник для всех. А, девочки, мне что-то лень. Вы идите, а я тут полежу. А. Аленка, но вообще-то субботник для всех, если ты не знала. Да, и мы же как бы с тобой команда, и мы друзья, а друзья должны помогать друг другу. Ой, девочки, да идите уже. Мне лень, не хочу идти. Ну, как знаешь, я думала, ты настоящая подруга. Да, я тоже. А, как хорошо. Здравствуй, Аленка. А, Ольга Степановна. Добрый день. Добрый день. Ты случайно не должна идти на субботник? А, на субботник? Да. Я не хочу. Вообще-то субботник для всех, если ты не заметила. Так что иди, становись в строй. Ой, ладно, хорошо, я становлюсь. Вот и отлично. Я буду ждать вас всех во дворе. Сделаю вид, как будто я с ними иду. Да-да, я уже иду. Вот глупые. Ма, как я здорово их развела. Вот пускай идут. Ябеды на ябеничере. Я уверена, это они сказали Ольге Степановне, что я не пойду. Ябеды тоже мне настоящие подруги. Ах, как хорошо. Аленка. Аленка. А? Кто это? Кто здесь? Эх, Аленка. Кто ты? Почему я тебя не вижу? Эх, Аленка. Зря ты не пошла с девочками на субботник. Они твои подруги. А ты с ними так и плохо поступила. А, я знаю, кто это. Ма, это вы, Вая и Снежка. А ну прекратите меня разыгрывать. Аленка. Бросьте, я знаю, что это вы. Выходите. Вы где? Аленка, это не Снежка и Вая. А как? А кто ты? Я твоя совесть. А, не знала, что у меня есть настоящая совесть. Зря ты не пошла на субботник с ними. Ой, вообще-то мне просто лень, и я не хочу. Буду я там в траве пачкаться. Ха, вот еще. Девочкам нужна твоя помощь. Представь, как они устали. А, как тебе не стыдно? Ты стала сильно ленивая, Аленка. Стала сильно про подруг предавать и им не помогать. Как тебе не стыдно? Фух, ну наконец-то замолчала эта совесть. Ах. А мы думали, ты настоящая подруга. Вообще-то субботник для всех. Мы же команда. А? Как-то нехорошо я и правда поступила с подружками. Стала в последнее время ленивая. Какая же я глупая. Как я там могла поступить со своими подругами?
Мы же друзья. Команда, в конце концов. Девочки, простите меня. Решено. Я должна пойти на субботник и все исправить. Нехорошо я поступила. Они, наверное, даже и не заметили, что меня нет. Я должна все исправить. Девочки, я к вам бегу. Так-то лучше. Фух, как же тяжело. Ух, я так устала уже. Фух, я устала. Снежка, теперь твоя очередь подметать. Держи. Ага, спасибо, Вая. Фух. Мне как будто мусор даже не заканчивается. Вая, а тебе не кажется, что Аленка нас развела? По-моему, она даже не пошла с нами. Тоже, она же нам подруга. Ох, я устала. Давай немного присядем и отдохнем. Давай. Ух. Ой, я устала. Девочки, девочки, девочки! Аленка, что ты тут делаешь? Аленка, что ты здесь делаешь? Все-таки пришла на субботник. Девочки, я хотела извиниться. Простите меня, пожалуйста. Я сильно обленилась и очень некрасиво с вами поступила. Простите меня, пожалуйста. Я больше никогда, никогда не буду лениться. Простите меня, пожалуйста, если вы, конечно, можете это сделать. Я обещаю, что всегда вам буду помогать. Вы же мои подруги. Как я могла так с вами поступить? Простите меня, пожалуйста, девочки. Я больше никогда так не буду. Что, простим ее, может быть, Ваечка? Ну, даже не знаю. Ну, Ваечка, ну она так здорово и искренне извинилась. Ну, ладно, хорошо. Мы тебя прощаем, но обещаешь, что никогда больше не будешь так себя вести. Обещаю, девочки, честное слово. Ну и хорошо. Мы так устали. Нам явно нужна помощь. Девочки, давайте мне сюда метлу. Сейчас я вам быстренько помогу. Вот это наша Аленка. Так, Аленка быстро помогла девочкам. Има и все исправила. Так, посмотрим. И примерно сразу же, через несколько секунд, на школьном двойке стало чисто и не было ни единой бумажки. Ну вот, готово, девочки. Здорово, спасибо тебе, Аленка. Да, ты настоящая подруга. Пожалуйста. А вы, ребята, никогда не ленитесь. И всегда помогайте своим близким, знакомым и своим особенно друзьям. Ребята, а также подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А также ставьте нам лайки. Ну, на сегодня все. Пока-пока. Ждите меня следующую серию нашего классного мультика. Пока-пока.